очень интересные позиции высших судебных инстанций в кредитных правоотношениях с банковскими учреждениями, в том числе, о которых мы говорили в предыдущем ролике. Но при этом не только кредитные правоотношения могут говорить о злоупотреблении правом со стороны банка. В частности, высшие судебные инстанции говорили о том, что взимание банковской комиссии при уплате налогового сбора свидетельствует о действиях вне пределах осуществления гражданских прав. То есть, опять-таки, там, где банк получает ненормативную или сверхнормативную прибыль. При этом, дорогие друзья, также, когда мы говорим все-таки об отношениях займа, кредита и так далее, высшие судебные инстанции говорят нам, что если ненадлежащее оформление договора вызвано недобросовестными действиями невозвратившего кредит заемщика, то его требования о возврате или о признании сделки недействительной из-за порока формы является злоупотреблением правом. Понимаете, о чем речь? То есть, если заемщик сознательно идет на то, чтобы договор не соответствовал той форме, и на основании этого требует по формальным признакам признания договора недействительным, это злоупотребление правом.